семье 55-летнего Игоря Николаева ожидается прибавление. По слухам, его 32-летняя супруга Юлия Проскурякова ждет первенца. Но официального подтверждения радостного события пока не последовало. Поводом для слухов о беременности Юли послужили недавние выходы в свет, для которых девушка выбирала просторные платья, а позируя фотографом, старалась прикрывать живот. Проскурякова и Николаев вместе уже 10 лет, из них 5 в законном браке. Свадьба пары состоялась в сентябре 2010 года. До этого, как известно, композитор был женат дважды. Второй его женой была певица Наталья Королева, брак с которой просуществовал 8 лет. Если новость об интересном положении супруги певца подтвердится, то малыш станет для Юлии первенцем. У Игоря Николаева уже есть дочь от первого брака.